Здравствуйте. Перед началом хотел бы, как обычно, поблагодарить вас за донаты, за то, что вы подписываетесь. Подписывайтесь на канал, если вы до сих пор не подписаны. Ставьте лайки, это очень важно. И дело не в том, что понравился вам выпуск или не понравился, тут дело в другом. Вот этими вот лайками вы продвигаете этот самый выпуск, продвигаете контент. Так больше людей увидят. А сегодняшний выпуск я бы хотел, чтобы вы досмотрели до конца, так как, вот, наверное, только самый ленивый блогер не сделал выпуск, хайпуя на страшной трагедии, случившейся в Москве вечером 22 марта. Каждый решил внести свои 5 копеек, акцентируя на теории заговоров и прочего. А некоторые блогеры действительно честно обсудили случившееся и даже выезжали на место события. Вот это действительно стоит уровня настоящей журналистики. А так как все, кто хотел высказаться, уже высказались, я со своей стороны сделаю всего лишь такое небольшое замечание, скажем так, по скриптум, потому что это моя тема, и я не могу просто отмолчаться. Я думаю, вы уже поняли, о чем пойдет речь. Ведь ублюдками являются же не только те, кто совершил этот теракт. Ублюдки еще и те, кто распространял дезу, пытаясь сплясать на крови жертв, утоляя собственную жажду крови. Тут я бы очень хотел, чтобы зрители, имеющие отношение к силовым структурам, мои зрители, к юриспруденции, серьезно отнеслись к некоторым особям, о которых я сегодня скажу. Я понимаю, что это очень такая глубокая задача, это большая работа, то, что я хочу попросить. Я понимаю все, но попробуйте это сделать, потому что оставлять все вот так вот просто, ну нельзя, невозможно. Мы все-таки не мальчики для битья и не нация, тем более для битья. Возможно, это и есть как раз тот самый подходящий случай, когда можно не спустить все на нет, а то этот шабаш арменофобов будет продолжаться. Эти люди не брезгуют ничем. Тем более это не впервой. Как уже известно, во время теракта в Крокус-Сити-Холле были и свои герои, герои, которые, рискуя собой, помогали другим выбраться из здания. И я был очень тронут, когда узнал, что один из таких героев совсем молоденький юноша, 15-летний Ислам Халилов из Кыргызстана, насколько я знаю. Вообще скажу я вам неожиданную такую вещь. 22 марта 2024 год кыргызы здорово отличились. Помимо этого юноши, у которого есть киргизские и узбекские корни, опять же, насколько я знаю, и который всего лишь подрабатывал у гардероба в Крокусе и спас при этом людей, в самом Кыргызстане, на его родине, силовики обезвредили азербайджанскую банду, которая готовила покушение на руководство этой страны. Тем не менее, всем хорошо известно, что владелец Крокуса Араз Агаларов, этнический азербайджанец, что огромная часть сотрудников Крокуса также этнические азербайджанцы. Так вот, почему-то в числе спасателей, а таковым был не только этот юноша, я не видел ни одной фамилии азербайджанской. Видимо, их тоже мальчик спасал. А остальные побежали. Как думаете, чем заниматься? Верно, натравливать общество на армян. Или стравливать, как правильно. Вы только представьте, там горе, огонь еще не погас, внутри люди, а некоторые представители азербайджанской диаспоры, в том числе работники Крокуса, как они сами же и представились, стали названивать на федеральные и оппозиционные каналы за рубежом и говорить об армянском следе теракта.
Один из них, запись можно найти в YouTube, я не буду это показывать, так и вовсе позвонил на телеканал и сказал, что является свидетелем, как террористы матерились по-армянски и кричали «Карабах». А что же ты, мразота чушкарская, не помогал мирным людям? Чего ты спрятался за ширмой и слушал эти самые маты? Также повылазили азербайджанские икрожоры, откормленные такие. Полоскова с фамилией Змеи Полоза, правда, откормленной змеи, которая выступила на азербайджанском ТВ с видением армянского следа в теракте. Или другой взять, откормленный тоже икрожор с фамилией Кашин, азеропропагандист вечный, тоже увидевший армянский след. Кстати, их даже запрещенный в России ИГИЛ не убедил. В частности, Полоскова сказала, ну и что? Кто сказал, что ИГИЛ не мог в Армении формироваться? А оттуда уже и до России недалеко. Или этот курдо-греко-турко-азербайджанский черт, к которому армянские черти на стримы записываются. Может, вы теперь поймете, зачем вы ему на стриме нужны? Хотя черти к своим на шабаш с удовольствием притягиваются. Между тем, армянский след в Крокус-Сити-Холле действительно есть. Пока одни азербайджанцы прятались, другие не обеспечивали безопасность, а третьи побежали на крови людей стравливать на армян, армяне занимались тем, чем и должны заниматься. Не бандитскими ОПГ, как у некоторых, а лечить людей. Безвылазно из операционной, и одним из первых стал оперировать людей беспрерывно хирург Красногорской больницы, армянин, который, кстати, родом из Карабаха, из Арцаха, Карен Погосов. Возможно, даже ваши земляки попали к нему на операционный стол. Возможно, он спас в это время чью-то жизнь из ваших сограждан, а вы, азербайджанцы, и ваши откормленные жабы в это время занимались поклепом и провокациями в адрес таких, как этот Погосов и его, и на его земляков. Надеюсь, хоть теперь другие поймут, с кем армянам приходится иметь дело. Хотя вы сами за себя все говорите. Своими действиями. И ведь это не первый раз, когда вы и ваши ублюдки сваливают на армян. Крокус, армянский след, да, теракт на Крымском мосту, тоже армянский след вы писали в своих СМИ. Разбойные нападения в казахстанском Уральске, армянский след. Нападение на посольство в Тегеране, армянский след. Даже в Пабло Эскобаре армянский след, ничего так? К тому же уместно им захотелось напомнить теракт в московском метро в 70-х годах. Понимаете? Вот книга, выпущенная. Вот она и здесь у меня на майке. «Записки странствующего армянина». Вот эта книга, я ее рекомендую. Она выпущена вот недавно. И вам рекомендую, и армянам рекомендую, тем более. И всем другим. В этой книге как раз и об этом теракте вся правда. То, что в 70-х годах было в московском метро. Здесь опубликовано мое интервью с финансистом АСАЛА и организацией нового армянского сопротивления в тех далеких 70-х и 80-х годах. Я специально ездил в Рим, в Италию еще в 18-м году и сделал с ним довольно-таки такое интересное интервью, в котором вы сможете ознакомиться и узнать правду. Этот человек уже 20 лет отсидел в тюрьме, в Риме, ему скрывать нечего, он говорит как есть. Много интересного рассказывает. Книгу можно заказать, перейдя в описание здесь и пройдя по ссылке. Всем советую почитать. Ну а вам, чушкарятам, немытым, набраться мозгов, причем начиная с верхов, кончая низами. Не низами, низами. Увидимся.